Захват кадра. Если мы хотим из нашего видеоклипа выбрать какой-то кадр, сделать из него изображение, это делается с помощью команды захват кадра. А для того, чтобы сделать захват кадра, нам нужно на панели главного меню найти инструментарий, нажать на него левой клавишей и выбрать функцию захват кадра. Мы увидим окно. Рабочее окно. Для того, чтобы в нем работать, нам нужно просмотреть наш видеоклип, найти именно тот фрагмент. Вот, например, я хочу сделать вот этот фрагмент. Для того, чтобы более точно выбрать фотографию, мы можем зажать левой клавишей мыши бегуночек наш и очень точно сделать кадр. Вот, например, вот этот кадр я хочу, чтобы он был в изображении. Я нажимаю на рабочем окне, которое нам вышло, кнопочку «Захват» левой клавишей мыши. Мы захватили, теперь это наше изображение появилось в рабочем окошке. Мы что мы можем с ним сделать? Мы можем его добавить в фильм, либо сохранить на диск, на наш компьютер. Если мы нажимаем кнопочку «Добавить фильм», это изображение оказывается на нашей видеодорожке. Вот обычное изображение после нашего видео. Либо, если мы нажмем на «Сохранить на диск», то выберем путь, куда сохранится наше изображение. Для того, чтобы выйти в обратный режим работы, мы просто закрываем наше рабочее окошко. Крестик в правом верхнем углу. И можем продолжать работу.